Здрасте. Ну, исповедуйся. Здравствуйте, церковь. Я хочу поделиться радостью. Я исцелена от гепатита С. Молитвами вашими на Селигере. Спасибо всем, кто молился. Спасибо Богу. Просто... Будешь рассказывать, где ты его взяла? Да, буду рассказывать. Я в неверующей жизни делала татуировку. И, ну, я как бы, когда покаялась, через пару месяцев еще новообращенная, уехала в Крым. Но уже решила... знала, что этого делать нельзя. Ну, догадывалась. Mm-hmm. Мне Дух Святой говорил, но я его... Ну, это больше, чем знала. ...проигнорила. Я решила подкорректировать татуировку, и в меня вот таким нелепым способом попал гепатит С. Сделала татуировку, последняя, надо закончить, уже верующая, но все равно наш закончить некрасиво. Сделала татуировку, а потом оказалось, что через иглу в татуировке внесли гепатит С вирус. Не откроешь, не войдет. То есть, ну, как бы вот эти вещи лучше не допускать, дьявол не спит. Она профессиональный художник. Да, и он вот так вот меня расстроить. Но... А ты еще не умерла от него, от этого вируса, да? Да, меня лечили врачи, они решили убить и вирусы человека вместе с вирусом, да. Сколько у тебя было дней, температура 40 с чем-то? 42, градусник закончился, уже просто не показывает. Она лежала несколько дней, у нее было больше 42 градусов. Несбиваемая температура. Уже закончился просто градусник, 42, там есть последняя цифра, и ну, он был полностью весь закрыт ртутью, и меня трясло так, что... Мне звонят, я был на отдыхе, мне звонит... Ее мама. Мама неверующая. Она в церкви никогда, наверное, не была. Или была когда-то? Была, она покаялась, она... Ну, тогда, просто... на тот момент. Но она уже ходила, уже, да? Короче, она меня нашла с под земли, никогда мамы не было. Она говорит, пастор, да, срочно надо исцеление. Я говорю, кому что? Саша лежит, умирает, больше 42, температура, третий день. И я говорю, хорошо, и мы все вместе помолились за нее. И потом она говорит, ну это несправедливо. И она ко мне пришла и говорит, я пастор, я каюсь. Не надо было делать этого. Я понимаю, Бог меня знает, что прощает. И мы молились за ее исцеление. Я не знал, что произошло. Откуда произошло то, что ну, мама молилась еще потом по вашему наставлению. Она постоянно молилась, и Бог ей открыл, что через 3 месяца буду я исцелена. И вот как бы 3 месяца после начала лечения я пришла на визит к врачу. Она взяла тот листочек, вы его держали в руках, да, где было написано да. положительное. И на моих глазах она его разорвала и дала мне вот этот новый листочек, где написано отрицательно. РНК она вот так просто если... сделала сама. Отрицательный. Это называется свидетельство доказанной медициной. Вирус гепатита С исчез в крови человека. Слава Богу! Больше не будешь так себя вести? Не буду, и уже 3 человека, глядя мне в глаза, мне ответили, что не будут делать татуировки. Поздравляю тебя, Бог верный. Спасибо. Спасибо, все, спасибо тебе. Дайте еще аплодисменты Господу.